Начинаем передачу для тех, кто в пути. Сегодня мы вам расскажем о солидарности водителей на дальних дорогах, взаимопомощи, чувстве локтя работников автомобильного транспорта. Здравствуйте. Сама судьба послала мне вас. Да, мне кажется, наоборот как раз. Возможно. Скажите, у вас есть ручка? Ручка? По-моему, есть. Только не знаю, поможет ли она, насколько я понимаю. Сейчас. Пожалуйста. Вы меня не поняли? Авторучка, шариковая, карандаш, что угодно, писать, понимаете? Сейчас. Пожалуйста. Спасибо, я здесь, я не увезу, я здесь. Вы меня обяжете. Необычайно. Извините, чуть не увез. Угу. Понимаете, мне пришла в голову мысль, что если свободный радикал заменить бензольной группой, то... Да, бензольной группой. Это очень интересно. А что, у вас что-нибудь случилось? Не знаю. Может, чем-нибудь помочь? Ну, попробуйте. Пожалуйста. Что? К сожалению, ничего не получается. Да, я вижу. Простите, не знаю вашего имени. Вы только не подумайте, что я ищу повод познакомиться. У меня этого и в мыслях нет, правда. Но у вас что-то случилось с коробкой передач, и без посторонней помощи вам отсюда не выбраться. Вот именно. Вам куда ехать? Мне до Веселого, и там километра три. Да.
Понимаете, я очень тороплюсь, ну очень тороплюсь. Но я обещаю, что по приезде в город я позвоню в автосервис. Вы настоящий мужчина. Ну поймите, я не могу, я действительно не могу. Ну послушайте. Поймите, не могу я. Я не могу. Это опять вы. Вам нужна авторучка. Не надо иронизировать. Я могу вас взять на буксир, хотя мне это совсем не кстати. Тогда езжайте, я вас не держу. Между прочим, из-за вашего характера... Мой характер оставьте в покое. По-моему, я вас ни о чем не просила, авторучка была нужна вам. Да. И вообще, какие занудные бывают современные мужчины. Да чего же несносны бывают иногда современные дамы. Ох, какая глубокая особенно мысль. Особенно за рулем. Основополагающая. Прицепите ее к свободному радикалу вместо бензольного кольца. Что? Ну, знаете... Страдаете криптоманией? Спасибо. Пожалуйста. Что вы собираетесь здесь делать? Ничего. Ночевать здесь будете? Это вас не касается. Последний раз предлагаю вам свою помощь. Считаю до трех. Раз. Три. Ну вот, и все. Для меня это сущий пустяк, а вы бы тут намаялись бы. Да, конечно, спасибо большое. Ну что ж, прощайте. До свидания. Да, чуть не забыл, мне бы хотелось вымыть руки. Пожалуйста. А куда идти? А никуда, вот здесь. Ага. Спасибо. У вас здесь прекрасное место. Давно мечтал о таком. Сейчас поветрие такое. Всех потянуло к земле. Покопаться на досуге, вырастить плод. Еще он, английский философ, сказал. Сад, сказал он, самое чистое из всех человеческих наслаждений. Благодарю. А у соседей свет горит? А у вас что, никого нет дома? Или пробки перегорели? А вы что, умеете чинить? Да, я в молодости был электриком, так что к вашим услугам. Благодарю вас. У меня все в порядке. И пробки целы, и крыша не течет. И вообще у меня все в порядке. Спасибо. Ну что ж, все тогда. Прощайте. До свидания. Кстати.
кстати. Да, я совсем забыл. А автомобиль, в общем, вы решили что-нибудь с ним предпринять? А как я до вас жила? Ну да, я, в общем, не хочу, чтобы вы подумали, извините, что я навязчивый. Это не в моих правилах, понимаете? Вы дорогу запомнили? Сюда? Нет, отсюда. Три квартала прямо, направо, да. Налево, опять прямо, вот раз в магазин. Помню, помню, помню. Ну что ж, прощайте. Всего доброго. Да ну кто там еще? Ну вы что, не видите, что магазин закрыт? Вы что, неграмотно и читать не умеете? Извините, можно я на минутку? Мне только папирос. Можно? Ой. Я вас не задержу. Папиросы, папиросы. Проходите. Спасибо. Беломор у вас есть? Есть. У меня две пачки. Пожалуй, три. О, много курите? Да, к сожалению. А у вас других денег нет? Нет, нет. Да, вредно. Говорят, и жить вредно. Это я по себе знаю. А вы куда едете? Я в город. Так вы, может, меня подвезете, а? Мне это поселка Солнечного. Знаете такой поселочек? По пути. Да? Что? А, ну, пожалуйста. Только я не могу ждать, понимаете, я очень тороплюсь. Так я мигом, я сейчас. Вот, спасибо. Одну минуточку. Иду, уже иду. Но сколько же вас можно ждать? Точно кирпичи. Вы знаете, у меня племянник женится. Так просил достать ему то одно, то другое. Сами понимаете, свадьба. Кстати, садитесь. Вам не нужно печень трески? Так не я нужно, могу. Не нужно. Две недели на базе просил, так только сегодня получили. Да. Я уж не знаю, как вас благодарить, добрый вы человек. А то бы я с этой поклажей все руки бы оборвала. Представляете? Давайте молча ехать, а? Молчу, молчу. Пускай день не скопит мои года, мое богатство. Шепчу спасибо ягодам и пью их горькое лекарство, и никому не отдам мои года, мое богатство. Шепчу спасибо ягодам и никому не отдам мои года, мое богатство. Московское время. Ой, да что стряслось-то? Болван. В чем дело? Вот что, уважаемая, мне надо вернуться. А вам придется подыскать другую машину или автобус. Очень сожалею. Да что случилось? Видите ли, я часы забыл в одном месте. Часы? Так
потом вы с часами назад поедете? Потом? Ну да. Потом, конечно, поеду. Ну так можно и я с вами, а? Можно? Вот, спасибо. Простите, пожалуйста. Простите, вы не скажете? Вы не скажете? Вы? Господи, вы меня напугали до смерти. Что вы тут делаете? Варю. Варите? Угу. У меня хобби такое. Сварка. Странное хобби. Почему? Вы считаете, что женщине предпочтить не варить щи? Осторожно. Да. Осторожно, здесь у нас водоем, не провалитесь. У нас тут как-то дача недалеко сгорела, и отец стал бояться пожаров. А я тут... Колесил, колесил, темно, не могу ничего узнать и проклял все на свете. И меня тоже. Если по правде, то да. Угу. Это я понимаю. А у меня сегодня как-то все не пошло вот с самого начала. И я злюсь, злюсь, раздражаюсь на всех, сама виновата. А главное, что я даже не знаю, как вас разыскать, потому что я номер вашей машины не запомнила. Меня разыскать? Ну, конечно, мне не нужны же ваши часы. Я надеюсь, вы их не нарочно оставили? Ну, разумеется, нет. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Проходите, проходите. Да, ну натерпелись вы сегодня, я представляю. И все из-за меня. Хотите кофе? Пожалуй, да. А может быть, что-нибудь поесть? У меня, правда, не очень густо, но я все-таки что-нибудь найду, если вы не спешите. Не настолько, чтобы отказаться от маленьких радостей жизни, как говорится. Не поняла. Ну, если разобраться, из чего состоит наша жизнь? Из маленьких радостей и больших неприятностей. Не так ли? Неприятности кончились, а чашечка кофе и бутерброды, беседа, разве это не радость? Да вы еще и мыслитель. Так, ну вы пока тут располагайтесь, а да, я сейчас... Спасибо. Извините, что у меня не очень прибрано. Хотите? Что вы говорите? Что? А? Нет. Что с вами? Вы что такой бледный? Я бледный. А? Вам что, плохо? Нет, мне хорошо. Видите, ну-ка. Что, у вас сердце? Подождите. Дышите глубже. Спокойнее, спокойнее, спокойнее. Да вы не беспокойтесь, у меня все в порядке. Что, все в порядке? Thank you.
знаете, что я сейчас сделаю? Я сейчас пойду и позвоню к врачу. Это у трассы, у самой черепа. Это близко. Не оставляйте меня. Я не оставлю вас. Не оставлю. Дайте ключи от вашей машины. Нет, я сам. Что? Я сам. Да никуда. Вы с ума сошли. Ну-ка, снимайте быстро пиджак. Снимайте быстро, я сам. Давайте, раздевайтесь и ложитесь на диван. Ложитесь, я вам сказала, слушайте меня. Давайте, ложитесь. Ложитесь. Сейчас я вам быстренько поставлю компресс холодный на грудь. Это просто я знаю, что это очень помогает. Это 140 пульс. Ну, что как? Ну-ка, задерите свитер. Это ни к чему. Задерите свитер, я вам говорю. Ну что вы, в конце концов, как ребенок? Да не смотрю я на вас. Ой. Потерпите, потерпите, потерпите. Ой. Отцу это помогало. Тихо, 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 тихо. А потом бы я все-таки вызвала вам врача. Нет, нет, я уже совсем хорошо себя чувствую. Компресс подействовал. Вы гений, вы просто добрый ангел. Вы только не смейтесь. Все это время я вспоминаю ваше лицо. Вы мне приснились. Вы мне часто снитесь. Да-да, это были именно вы. Я вас сюда ищу. Вот видите, теперь у вас наступила эйфория. Легкий бред. Вы думаете, бред? Угу. Да. Обычные мужские бредни. Дайте-ка ваш пульс. Ну вот. Теперь почти хорошо. Послушайте, вот здесь. Болели меня. Хотя укол бы вам, конечно, не помешал. Нет, я не хорошо, хочу. Хорошо, хорошо. Кто там все время сигналит, а? Где? Ну, там кто-то сигналит. Ваша, что ли? Кто ваша? Я ее, честное слово, не знаю. Я не знаю. Машину свою не знаете? Машина? Ах, да, машина. Я ее поставил посреди дороги. Она мешает проехать. А, я давайте сейчас, я ее отгоню. Сейчас. Так я ее отгоню, но вам нельзя ехать в таком состоянии. Нет, у меня там противоугодный выключатель. Зачем вы поедете? И потом, вообще, я уже отдышался, мне уже хорошо. Я вот выйду, прогуляюсь, подышу чистым воздухом. Нет, подожди, я тогда с вами душно у вас ужасно, это исключено. Я не могу подвергать вас опасности. Какой опасности? Что вы говорите? Мало ли что, время такое темное, понимаете, сейчас у вас. И вообще, это мужское дело, чисто мужское. Нет, ну подожди. Встречать опасность. Вы никуда не выходите, никуда, я сейчас. Я мигом. Ну что вы сигналите? Вы мне посадите аккумулятор. Да я тебя самого посажу! Завяз к черту на рога! Успокойтесь. Да ты что, с ума сошел? Я прошу вас, садитесь. Да, я здесь битый час получил, как дура, и ни слуха, ни духа. Я думал, что вы уже давным-давно ушли. Вы же мне сказали, на минуточку, часы забыл, часы. Да какие-то часы у вас, золотые, что ли? Ну я же сказал вам, я вас отвезу сейчас, еще одну минуту. Я как дура сижу и не знаю, куда идти. Успокойтесь, у кого спросить? Куда пропал? Подождите. Ложитесь. Куда ложиться-то? Умоляю вас, спрячьтесь. Я сейчас. Зачем? Тихо. Вляпалась. Постойте-ка. Я же просил. Послушайте. Ну, зачем вы вернулись? Ну, вы знаете, мне, конечно, все равно, но я просто потом не хочу мучиться угрызениями совести. Если у вас было плохо сердце, вы не должны садиться за руль. Не волнуйтесь, все будет хорошо. Вы же видите, мне уже лучше. Я сейчас, я знаю, да что вы меня-то успокаиваете? В конце концов, меня совершенно вы не интересуете. Просто что касается сердца, то я не могу про это спокойно слышать. Вы не должны ехать. Вы глушите свой мотор. Я даже не знаю, как вас зовут. Лев меня зовут. Да это вообще меня не интересует. Вернитесь, пожалуйста. Это меня не касается, никакого значения. Я буквально через 10 минут. Глушите, я сказала, мотор. Слушайте, вы не поедете. Не волнуйтесь, я прокачусь. И в течение часа вы отсюда не выйдете. Интересно. А мне что здесь? Ночь куковать? Хорош, гусь, нечего сказать. А я ему поверила. Часы, часы. Я вижу, что это за часы. Нет, миленькая. Пускай сначала меня отвезет. А потом разбирайтесь. Вы не поняли, вы... Постойте, я все объясню, не подождите. Не надо, ну, гениально меня, пожалуйста. Сыграно, блестяще. Счастливого пути, лев.
Поедем мы, наконец. Смерти не боишься, женщина? С ветерком поедем. 150 по скользкой дороге. Ну что, испытаем судьбу? Ты в аду сгорел. Псих ненормальный. Садитесь, я подвезу вас. Идите вы к черту. Вот жадность человеческая. Взяла бы банку на да две, что, на пять. Себе, что ли? Это все мало, мало, то мало. То одному дай, то другому дай, то третьему дай. То за красивые глаза, то еще за что. Ладно, ладно, ладно. Добрый вечер. Добрый вечер. Я вернулся, чтобы сказать... Что вы решили подарить мне котенка. Спасибо. Нравится? Очень. Он мне тоже очень нравится. Я его нашел на дороге. Его тоже зовут Лев. Что-то львы стали мельчать.
Ну что? Как? Подругу довезли? Я хочу сказать, вообще это чисто недоразумение, понимаете? Дело в том, меня что совершенно не интересует. Если вы не забыли ключи, или кошелек, или часы, или еще что-нибудь, то, как говорится, котенка можете оставить. Не надо, не надо, не надо. Уйдите от машины, я вам говорю. Уйдите от машины. Дай толкну. Сказал я, уйдите от машины. Я вам сказал. Уйдите от машины, я вам говорю. Уйдите. Уйдите. Я сам. Как знаю. Чудак. Застрял. Выходите. Ага. Толкайте. Прошу вас. Толкайте. Да-да-да-да. Отойдите-ка оттуда. Что? Отойдите, говорю, встаньте здесь. А, сюда. Ага. Премного благодарен. Ваша изобретательность не знает границ. Да? А теперь ему, конечно, нужно привести себя в порядок, вымыть руки, выпить чашечку кофе. Вы ясновидица. Угу. А я действительно изобретатель. Изобрел клеящий состав, он уже запатентован в 12 странах. Клеит металл не хуже, чем сварка. В вашем характере что-то от вашего изобретения. Ах, спасибо. После вас. Простите. Нет, 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 только после вас. Нет, пожалуйста. Только после спасибо. Вас. Как мало нужно для счастья. Замечательно. А вот здесь так уютно. Еда такая вкусная. Ну что еще человеку нужно? Что? Может быть, выкурить сигарету? А, да. Конечно. Ну, вообще, если исходить из вашей теории маленьких радостей, то сейчас хорошо бы сесть к телевизору. Мягкое кресло, взять газету. Чтобы где-то невдалеке там крутилась женщина, которая придет по первому вашему требованию и исполнит любое ваше желание, правда? Ну что человеческое, мне не чуждо. Просто мужчины никогда не делают того, чего не хотят делать. И вы не исключение в данном случае. Ну, я думаю, не бывает двух одинаковых людей. Конечно, у мужчин есть свои слабости, конечно, есть, но и у женщин тоже. Еще бы.
вы своими слабостями уже носитесь давно, как списанные торбы. Всю свою силу отдали нам. Ну, простите. Вы сами этого хотели. Угу. А теперь не знаете, куда деваться с вашей свободой. Да, а вас это вполне устраивает. Но сейчас все такие инфантильные, все такие слабые. Все такие зависимые, так влюблены в себя. Всем так ждете восхищения в ваш адрес. Ну, я не знаю, насколько вы правы вообще. Но при чем, простите, конкретно я? Ну, как это при чем? Ну, например, мне полчаса рассказываете, как вы сделали гениальное изобретение. Никак не можете понять, почему я не открыла рот от удивления и захлопала восхищенными глазами. Вы знаете, я совсем не жду от вас восхищения. И вообще, вы, простите, неблагодарны? Почему со мной так разговариваете? Ах, я неблагодарна! Ну, извините меня, пожалуйста, извините. Я просто даже не знаю, как отблагодарить вас за ваш героический поступок, который вы сегодня совершили. Ну, как же вы потеряли полчаса вашего драгоценного времени? Вы отклонились от пути, вы довезли меня до самого дома. Спасибо вам большое, огромное. Я просто даже не знаю, чем еще вас отблагодарить за это. Готова осыпать вас розами за это. И все-таки у вас несносный характер. Вы знаете, я не привык к такому обращению и не собираюсь привыкать. Еще бы. Я не знаю, может быть, ваш жизненный опыт заставляет вас так думать о всех мужчинах. Но у меня нет ни времени, ни желания заставлять вас думать иначе. Простите за назойливость, извините. Счастливого пути! Я надеюсь, что никакое приключение вас больше не приведет к этому дому. Уверяю вас, если и приведет, то я объеду ваш дом 10-й дорогой. Извините. Сюда ближе. Проклятие! Понастроили тут ловушки. Что вы там делаете? Ну, я же вам говорила. Говорила, все пропало. Паспорт, права, командировочные. Ну, идите же в дом, что вы там плаваете? Куда идите? Отстаньте от меня. Вода ледяна, идите сейчас. Проклятие, ну, сейчас. Отстаньте. Идите. Быстро снимайте все. Не буду. Будете. Джак снимайте. Давайте. Брюки снимайте. Брюки снимайте, говорю. Быстрее. Отвернитесь. Да не смотрю я на вас. Тоже свалился на мою голову. Вот этим вытираться, а вот в это завернуться. Понятно? Ну что, скажи честно. Нарочно туда свалились, как машину тогда в грязь засунули? Что, я идиот, что ли? А впрочем, болван. Вам видней. Ну что, раздеваетесь? Раздеваюсь. Побыстрее нельзя, а то мне некогда. Не уходите. Ну что вы так долго копаетесь-то? Не смотрите, я голый. Не смотрите. Ну? Все, наконец? Ну, все. Что тут смешного? Не буду. Пить. Я за рулем. За рулем вы, к сожалению, будете только завтра утром, когда это все высохнет. А что, у вас нет никакой одежды, что ли? А что, у меня универмаг, что ли? Пейте, а то пневмония сходит. Закусить дайте. Обойдете. Это как лекарство. Ой, как хорошо. Хорошо. Ну вот, молодец. Ну, а теперь идите, садитесь сюда. Сейчас вам нужно немножко согреться, а то вы еще, не дай бог, заболеете тут, а я потом за вами ухаживаю всю жизнь. Сейчас, минутку. Замерз. Так вам и надо. Будете знать, как волочиться за первой попавшейся женщиной. Тоже мне любитель приключений. Я больше не буду. Будете. Только за вами. Вы верите? В любовь с первого взгляда. Ой, это в вашем-то возрасте. А при чем здесь возраст? Любовь это... Господи, как же я устала от вас, если вы только знали. Ну, в общем, вы тут отдыхайте или читайте, или я не знаю что, а я пошла. Куда пошла? Я пошла домой. Домой? А что? Я дойду до шоссе, там сяду на какой-нибудь автобус, и завтра утром как раз позвоню в автосервис. А как же я? А вы отправитесь во свояси. Черт знает что. Это почему? Нечестно с вашей стороны оставлять меня одного почему? Здесь. Это мне, признаться, совсем не смешно.
Спокойной ночи. Ну, послушайте, постойте. Спокойной ночи. Болван. Добавьте вот здесь. Вот здесь вот совсем пусто. Ну, вы мне еще будете советы давать. А почему бы нет? Вы для кого творите? Для народа? А я и есть народ. Ой, послушайте, народ, ну отойдите вы, пожалуйста, но вы же мне мешаете. Неужели вы не видите? Нет. А вы все-таки молодец. Мне очень нравится. Я рада. Просто замечательно. Послушайте, а вам не кажется, что он похож на меня? На вас? Да, смотрите, точно. Действительно похож, но ничего, лицо я переделаю. А почему, зачем? Не надо. С кого вы лепили? Ни с кого, это лицо условное. Уж не хотите ли вы сказать, что и мое лицо условное? Может быть и так. Послушайте, а может... Я вам приснился, как вы мне. Ой, я вас очень прошу, уйдите, пожалуйста, а? Вы мне ужасно мешаете. Ну, я не буду мешать, я тихо. Ну, я специально сюда уехала, чтобы никто не видел, никто, чтобы не стоял у меня за спиной. Ну, не могу так работать, понимаете, когда кто-то вот стоит на душе. То же самое. И вообще, мне кажется, что мы с вами очень похожи. Мне кажется, что мы знакомы с вами уже целую жизнь, хотя... Я вас встретил только несколько часов назад. Да, только вы тогда что-то были не очень любезны. Вполне возможно. Но у меня есть оправдание. Какое? Вы это поймете. Мне показалось, что я наконец придумал. Уже полгода бьюсь с этим клеем. Если получится, это будет сенсация.
Да, что-то со мной случилось. Не могу схватить за хвост. Чего-то не хватает. Чего же? Не знаю. Может быть, уверенности в себе. Раскованности, смелости. Знаете, как в юности? И потом, как говорил Пушкин, чтобы творить, нужно сердечное спокойствие. Вы понимаете? Легкое и счастливое сердце. Душевная радость. Чтобы хотелось кого-то восхищать. Чтобы было кого. Вам это чувство знакомо? Ну вот что. Хватит вам на сегодня. Уже половина первого, а я как-никак ваш гость. И меня надо развлекать, кормить, поить. И вообще, от меня теперь не так легко отделаться. Я уж вижу, что вас нужно пережить как стихийное бедствие. Ну ладно, ставьте чайник, я сейчас приду. Извините. Здравствуйте. Здравствуйте. А что вы тут делаете? Я? Да. Сохну. Сохнете. Оригинально. А вы, собственно, кто такой? Я? Вы. Лев. Лев Сергеевич. Вот как. И как вы здесь очутились? Несчастный случай, понимаете. Я провалился в яму и вымок до нитки. А, сохните. У вас течет. А, извините. Понятно. Сохните. Анна наверху? Анна? Да. Ее зовут Анна? А то вы не знаете. Мы не знакомы, понимаете? То есть в том смысле, что я не знаю имени. Забавно, забавно. Она там? Там, там. Работает, ваяет. Ну-ну. Ну-ну. И часто вы здесь сохнете? Послушайте, мне не нравится ваш тон. И ваши намеки тоже. Да? Серьезно? Ах, простите, ах, простите. Но мне тоже кое-что не нравится. Так что извольте высохнуть и как можно быстрее. Болван. Ты? Что случилось? Понятно. Ты решила, что я уже налечу? Господи, да что ты мне можешь нормально сказать? Что-то не улетел. Это ты мне нормально скажи. Что? Ну, например, что это за пугало в нашем доме? Где? В соседней комнате.
в клеточку. Да, да, да. Да, да, да. Это случайный человек, понимаешь ты? Угу. Который случайно свалился в нашу яму. Угу. И случайно в нашем доме заночевал. Ой, а ну тут хватит, случайно ну я. Ну хватит, что в конце хватит? Концов. Ну мне надоело. Что тебе надоело? Что ты меня в конце концов учишь? По какому праву? Мы с тобой говорили, а потом тысячу раз. Ну что, по какому праву? Обсуждать. У тебя в доме мужчина ночью. Ох, какой ужас! Напомнись! Я должен быть спокоен. Ой, Боже. Чуяло мое сердце. А я торчу в аэропорту, волнуюсь, думаю, что с тобой? Что случилось? Почему ты не приехала меня провожать? Я бросаю все, бросаю коллектив. Чуть сюда, и на тебе. Чу. У тебя скоро самолет? У меня самолет 3 часа ночи, если еще не задержит рейс. Такси ждет? А такси не ждет. Ой, не захотел ждать, да? Какое, вот такое а? Несчастье. Ну, понимаешь? Ну, я надеюсь, ты меня отвезешь. На чем? На нашей машине. Наша машина? А, не хочешь. Наша машина понимаю, сломана. Понимаю, тебе сейчас не до этого. Прилетел, или еще там. Ах, какой несчастный. Этот человек меня отбуксировал с вами, чтобы поорать, нужно поблагодарить его было. Я его бужу. Ну, буди. Товарищ, послушайте, просыпайтесь. Собирайтесь. Что? Выставляете меня на улицу среди ночи? О, Господи. Гостеприимный дом. Послушайте, я вам искренне благодарен за то, что вы помогли моей Анне. Она мне все рассказала, спасибо. Угу. Я чувствую себя виноватым перед вами и готов в некоторой степени искупить свою вину. Интересно. А как? Нырнете в яму, как я? Шутник, ну что вы, право. Вы здесь застряли, случайно, я вас понимаю. Я могу вас отвезти домой. Да? Да. Ну, отлично. А интересно, на чем мы поедем? О, на вашей машине. М? А, вот как. Впрочем, вам нечего беспокоиться. Я уже могу и сам ехать. Я уже почти высох. О. Включу отопление. Нет, нет, вы не можете сейчас ехать. Почему? Ну, потому что выпили. Да, пустяки, что я выпил? Нет, но все-таки выпили. Вообще это глупости и ненужный риск. И тем более, что Вадим в аэропорт, у него в 3 часа самолет. Вы же не можете потом один ехать. Ах, вот что. Значит, вы так решили искупить свою вину. Ну что ж вы сразу не сказали? Оказывается, в корыстных целях. Ну что ж, сударь. Можете отвезти меня домой? Разумеется. Ну вот и все в порядке. Прощайте. Прощайте. Извините, что я вам доставил столько хлопот. Одеяло я вам как-нибудь верну. Прощайте. Вон жиклер засорился! Крутите, крутите, все может быть! Ну что бестолку крутить, ну? Ну не стану же я поднимать разбирать карбюратор. А впрочем, я не тороплюсь, я переночую здесь, не помру же. Что ж делать-то? Кому, вам? Естественно. Но есть два варианта. Бежать вперед, идти назад. Третьего не предвидится. Простите, но я лично с вами не побегу. Подушку мне дадите? А впрочем, не надо, я обойдусь. Я веду спартанский образ жизни. Мой инструмент. Инструмент. А. Прощайте. Извините, что не оправдал ваши надежды. Ну что еще? Шляпу заберите. Ничего там не заводится. Я пошел, я позвоню. Слушай, и все-таки он мне не нравится. Иди, иди, опоздаешь. Спокойной ночи. Обожаю спать в машине. Господи, если бы вы знали, как же вы место чертили. Вы мне тоже. Хуже горькой редьки.
может опоздать. Ну и по делам. Впредь наука будет. Летишь, лети. Счастливого пути. И нечего с ревизией прискакивать. Простите, а он ваш муж? Нет. Стало быть, жених? Простите меня. Но он мне с первого взгляда не понравился. А я людей чувствую. Нет, я не одобряю вашего выбора. Жениха вы себе выбрали, как я в свое время невесту. Лет 15 назад. К счастью, ума хватило. А ведь вы его не любите. Это видно невооруженным глазом. А вот это вас не касается? Неизвестно. Жизнь покажет. Кстати, а если он опоздает, тогда что? Тогда полетит завтра. Ага. Значит, он не должен опоздать. Но тогда это меняет дело. Мы ему поможем. Каким образом? Догоним, подвезем. Быстро одевайтесь. Права не забудьте. Как говорил кто-то из великих, если неприятель отступает, постройте ему золотой мост. Вы, значит, нарочно этот дурацкий фарс затеяли. Конечно. Он ведь не знал, что у меня в багажнике противоугонное устройство. Я вам потом тоже сделаю. Спасибо большое. Пожалуйста. Знаете вы кто? Догадываюсь. Но на войне как на войне. Ну что, я пошел? Ты мне извини, что все так по-дурацки получилось. Я провожу тебя, пойдем. Садитесь в машину. Я считаю до трех. Раз. Три. Я вас спрашиваю, я долго буду за вами тут ездить или нет? Не кричите на меня, на своих женихов кричите. Да это не жених, это брат мой. Что? Thank you.
Ай-яй-яй-яй, как вы долго спали? Приличный на вид гражданка и в обществе незнакомца. Одет вот так странно и нелепо. Да уж, действительно, нехорошо, видели бы себя со стороны. Простите, не знаю, что со мной вдруг случилось. Но сейчас я вам благодарен бесконечно. Пока вы так сладко спали, произошло чудо. Вас посетила химическая муза? Да-да. Не смейтесь, это произошло потому, что вы были рядом. Что, не верите? Верю. Только вы не преувеличиваете моей скромной роли. Нисколько. Скорее, наоборот. Я хочу сказать, что вы причастны. То, что вы рядом. Но мне кажется, что нам уже пора. Что пора? Ехать. Да, пожалуй, пора. Подгазуйте. Ну, черт, ну что такое? Ну, подгазуйте. Ну, все время, как только я рядом с вами, мне не везет. Ну, что тут такое? Откройте капот. Ну, что капот? Ну, откройте его. Откройте и посмотрим. Ну, открыл я капот. Ну, и что из этого получится? Открой. Черт, что ты будешь? Капот. Ну, смотрите, под капот. Ну, что там? Ну, посмотрите, свечи давно... Да что вы меня учите? Неужели вы думаете, что вы лучше меня разбираетесь в машине? Да уж как вы разбираетесь в машине, это я видела. Карбюратор. Да, карбюратор. Мне это надо понимать, что ли. Понимать? Вы что думаете, что вы лучше меня понимаете? Ну уж не хуже, это точно. Вы закройте меня. Как вы понимаете, пожалуйста. Ну что, не получается? Нет, не получается. Так вот, выходите, пожалуйста, отсюда. Я вам уже сказал, что не женское это дело. Выходите. Ну, выходите. Выходите. Что это такое? Это вы тут раскомандовались. Что там с тобой такой тон вообще раздавали? Это вы кричите на меня? Тут часы там, тут одно, тут другое. Ты руки помыть. Она на меня потратит. То машину грязь засунула, то еще что-нибудь. Где последний болван, что я вас связал? Что? Что ты последний болван? Не могу вам это повторить еще раз. Видеть вас больше не желаю! Куда это вы? Пустите меня! Куда это? Да пустите! Пустите вы меня!